Всем привет! Иду на вечернюю рыбалку за карасем. Вечером почему-то крупнее карась клюет. Вот иду по таким просторам, у нас траву здесь сожгли. Сейчас свежая растет. Такое поле. В общем, красота хорошая, неописуемая. Иду с той горы. Идти минут 15 примерно. Сейчас будут мазки такие через протоки. Интересные. Протоки интересные. Вода чистейшая просто. Ну, карась здесь прям суперный. Он такой сладкий, вкусный. Таких карасей я еще нигде не ел. Так что иду потихоньку, не торопясь. Дышу воздухом. Торопиться не надо, карась никуда не денется. Ну вот, подходим к первой протоке. Вот она такая протекает. Еще хорошо, что здесь не проедешь ни на чем. Ни на машине к озерам не проедешь, ни на чем. Ну, на велосипеде можно. Рыбаков очень мало, только 2-3 человека бывалых ходят. Вот такая протока прозрачная. Она не глубокая, но ил здесь полно. Вот такая протока. Это первая. Он туда идет впадать, другой. Здесь все озера соединяются с протоками. В общем, шикарно. Шикарные места здесь. Хорошо, что здесь рыбаков мало. Ну, 1, 2, 3, то я всех знаю. Все местные. Приезжих здесь не бывает. Иду дальше. Ну вот, подходим ко второй протоке. До озера здесь уже немного осталось. Весной здесь сплошная вода, здесь все заливает. Мосты все под водой на 1-2 метра. Это вторая протока. Текут они вообще херен откуда. Ну вот, прямо пойдешь, туда прямо озеро, где щука у меня ловится. Мы пойдем налево за карасем. Пойдем туда. Налево. Ну, еще минут 10 осталось идти. Не торопясь. Идти, природой наслаждаться. Все будет шикарно. Я знаю, что улов будет. Карась будет хороший. Ну, там уже дальше видно будет. Засниму улов, что поймал. Идем дальше по тропинке. Вот идем по бугру такому интересному. С обоих сторон такие камышовые заросли. Они тоже недавно все были затоплены. Только вот на этот бугор вода не доходит. Вдоль протоки идем. Идем. Наслаждаемся. Хорошо, погода шикарная. Ветра нету. Я думаю, сегодня клев будет вообще шикарный. Все, идем дальше. Здесь протекает другая протока. Здесь тоже есть мостик, можно перейти. Попадаешь на другое озеро. Потому что здесь озер очень много, везде. Везде рыбы полно. Карасей. Такой мостик здесь сделан тоже. Делали охотники. Здесь хорошая охота на уток. Вон там видно мое озеро уже. Все, я его маленько обойду. Пойду на свое место. Здесь тоже слева проток идет. Здесь оно впадает в небольшое озеро. Треугольное называется. Ну, здесь тоже я ловил щуку. Карася хороших. Линя одного поймал. Так что не обессудьте, рыбные места не могу рассказать, где находится. Каждый рыбак должен найти свое рыбное счастье. Как говорится, свою рыбу. Вон утки полетели. Сегодня пока охотников нет. Вроде еще охота не закрыта. Иногда еще приходит, стреляет уток. Так что иду на свое рыбацкое сейчас место.
Еще минут 5 осталось пройти. Ну, вот небольшое озерцо. Треугольное называется. Сейчас мимо него. И направо там через дерево. Через проток пройду. И все. Буду на месте. Если у меня стульчик припрятан, можно его забрать. Вот он стульчик. Тут стульчик мой. Все, идем дальше.